Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас в обзоре шаровая головка для штатива под камеру. Покупал я ее на Алиэкспресс, ссылочки будут в описании к видео. Значит, дошла она быстро, ничего не поломалось, за неделю пришло все. Преимуществом есть то, что у нее в комплекте идет такой вот переходник с 1/4 на 1/3 под разные штативы. Также под камеру здесь площадка тоже с резьбой на 1/4. Площадка снимается легко, вот таким образом. Снимается площадка, и заметьте, здесь есть замок. То есть он не закрывается, пока вы не вставите обратно площадку. Вставляем. Все, замок у нас закрылся. Регулируемая ручка, значит, откручивается. Можно шевелить. Вот. Закручиваем, зажали. Есть индикация уровня, и плюс еще отворачивается сама площадка. Вот она отворачивается на 90 градусов. То есть можно поворачивать камеру как горизонтально, так и вертикально. В общем, очень хорошая вещь. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.